Приятнее выглядит для российских болельщиков таблица, потому что Миша Коляда по-прежнему находится в двойке сильнейших. И он сейчас стремится к тому, чтобы оказаться как минимум сильнейшей разминкой в произвольной программе, а как максимум побороться за тройку, на что мы, честно говоря, ну не то чтобы рассчитывали, но очень и очень надеялись. Ну а сейчас на льду один из сильнейших фигуристов, ну 21 века так уж точно, а возможно один из лучших спортсменов мужского одиночного в истории. Юдзуру Ханю, двукратный олимпийский. Настолько все музыкально. Я не говорю про прыжки. Мы прекрасно знаем, что он владеет сложными элементами ультра-си. И сегодня он нам их вновь продемонстрировал. Четверной сальто в самом начале программы. Четверной тулуп, тройной тулуп. И причем с такой очень сложной смена ребра, подскочка тройной аксель. Все сделал, как и, собственно, делал это много-много раз в своей карьере. Все это сделал практически идеально. Но я что хочу сейчас отметить, что настолько он музыкально одаренный парень-фигурист, представляющий страну восходящего солнца, двукратный олимпийский чемпион. И это не зря. Он идеально слышит музыку. Он настолько все музыкально сейчас сделал. И даже выезд, допустим, берем тройную аксель, вы прямо под музыку, бабам, в эти акценты, он везде попадал. Не было ничего лишнего и, собственно, не было того, чего нам бы не хватило. Все было, вот знаете, как есть наполовину полный стакан или наполовину пустой стакан. Вот здесь он был полон. Полон энергии, полон драйва, полон вот этого огня в глазах. Это все, конечно же, Юдзуру Ханю. Сейчас, безусловно, он станет, конечно, лидером, ну, конечно, короткой программы. Конечно, да. Здесь
мы даже в этом не сомневаемся и не пытаемся что-то придумывать, какую-то интригу, потому что вот даже по этой реакции Брайана Остера понятно, что Ханю хорошо готов к этому турниру, но и вы сами только что видели, он, на что называется, абсолютен. Вот он выходит и делает то, что может, на 100%, на максимум. И столько лет находиться в топе. Пошел уже второй десяток лет, когда Юдзуру Ханю находится на вершине мужского одиночного катания. Я вот сейчас смотрю статистику. В 2010 еще, в 2010 году он выступал на Гран-при России. И пока тот результат на этапе Гран-при является его, в принципе, худшим результатом за все время выступления. В чемпионской серии в Москве тогда он занял 7-е место. После этого ниже 4-й позиции не опускался, в принципе, никогда. Фантастический парень. Столько лет находиться в изумительной спортивной форме, столько лет находиться в таком... Это же очень сложно еще и психологически. Ты должен себя настраивать, ты должен себя держать. Ну, во-первых, да, ты абсолютно прав. Ты должен где-то находить мотивацию. Конечно. Ты должен задавать себе вопрос, вернее, задаешь ты вопрос этот постоянно, и неважно, какой профессией ты занимаешься. А зачем ты это делаешь? К чему ты стремишься? Но он находит, самое главное, ответы на все вопросы, которые возникают в его жизни. 106,98 балла. Результат Юдзуру Ханю. Чуть-чуть он набирает до 107. Но это, конечно, те цифры, которые сейчас там серьезным ориентиром для всех последующих спортсменов. Два японца на первом и втором местах. Пока.